Здравствуйте, дорогие мои! Рад приветствовать вас на канале. Если вы впервые, я вам рекомендую подписаться, чтобы не пропускать все самое интересное. Итак, что сегодня у нас интересного? Я могу вам сказать такие речи, как... Дивіться, значит, что у нас происходит? В Орську, где таке місто в Києві, кажу, на Росії, прорвало дамбу. Да? І, як каже місцева влада, в Орську підтоплено вже понад більше, ніж 4 тисячі будинків. Цікаво, що їх побудували 10 років тому. І коштували вони майже 1 трильйон рублів. Це те, що пишуть російські ЗМІ. Так, зараз ми вам спробуємо його вивести на екран. На екран, якщо у нас це все буде. О, ні, не вийде, да? Ну, таке діло. Значить... Будемо просто зачитувати. Значить, російський Орск продовжує затоплювати, людей масово евакуюють. Цієї вночі вода в річці Урал піднялася до рівня 11 метрів. 11 метрів. Це вже добре. Значить, внаслідок чого затопило села Нікель і Строїтель. В самому Орську зникло світло. Ну, в деяких районах зникло світло. Значить, що я можу сказати? Карма працює дедалі. Орськ іде під воду. Через прорив дамби зупинилася велика НПЗ. Да? Вже не треба, щоб ми його безпілотниками нашими файними били. Значить, все добре. Не треба. Вода зробила свою справу. В місті нема газу та світла, рівень загрози критичний, а вода продовжує прибувати через прорив другої дамби і вже майже дісталися Оренбурга. Так. Слушайте, ну треба, щоб якось я вам його... Якось я його вам показав. Це буде дуже добре. Так. Ну, таке діло. Може, зараз побалакуємо цією коцепньою, що вона думає насчет всього цього. Можливо, в неї є якісь думки, якщо в неї вони є. Так. Бачите, що робиться? Дивіться, як файно. Открывай ворота. Что, не собираются закрывать? Ну, Дима сказал, собирается. Сейчас я... Я говорю, блин, тут ну, пару фронтальников это самое сыпанут с той стороны, чтобы не текло. Да, да. А потом можно это самое. Даже его сейчас возьми, оттуда загони, вон ту кучу сгреби. Ну да, да. И херач туда. Дивите, чудово, так? Просто чудово.
давайте побалакуємо з цими людьми, можливо, вони щось зможуть нам сказати. Привет. Знаешь? Здрасте. Привет. Вы слышали песню такую? И Путин такой молодой был 40 лет. Возможно. А как на украинском вертолет? Вертолит или хеликоптер? Хеликоптер. Да-да, хеликоптер, хеликоптер. Я полетел. Не останавливайся, главное. А? Не останавливайся, главное. Ты откуда будешь родом? Да я где-то. Ну, типа, я где ты сейчас находишься? На территории ракеты с вертолитом. Вот где это ты сейчас живешь? Родом? А зачем он откуда родом? Да не родом, я говорю, где ты сейчас находишься? Ну, место или город? Слушай, ты что, тупой? Ну, вот тебя мать, когда рожала, она не роняла об землю? Я говорю, где ты сейчас находишься? Ну, типа, в России, не в России. Поэтому конечно, эти... в России, в Краснодарском крае. Не, я думал, вам именно комнату надо было назвать. Не, ну, глубоко насрать, где? Это гараж. Ну, понял, все. Я просто не понял, место как помню. Сейчас, слушай, а что у вас там происходит, город Орск, там где дамбу прорвало? Что там творится? Потому там, что. По-моему, затопило нахуй дамбу. Затопило прям вообще. Я не знаю, что-то дамбу слышал. Секунду. Пока. Алло. Стрим. Ты когда? Ты сейчас. Да, мать поехала на работу, я решил остаться. Ты часок будешь дома? Все, давай, жду тебя на стримчике. Давай, я сейчас прям буду рвать этих собак. Ничего страшного, сына. Давай, обнял, поцеловал, зайкин. Давай, давай, давай. Вот. Спасибо, извините, что вот такое. Ну что, полетели дальше. Привет. Часто поздоровайся. Я куда на что полезла? Хаски или маламут? Маламутик. Маламут. Зверюга страшная. Что ты делаешь? Я понял тебя. Ну ладно, ладно, все. Вижу. Или настроение подняли, можно и сводить. Так, а что это у нас херня такая вот выскочила непонятная? Угу. Секундочку. Так. Сейчас, одну секунду, я постараюсь это исправить, потому что мне это не нравится. Выскочила непонятная штука. Mm-hmm.
понятность такая. Ну что, полетели дальше. Полетели дальше. Опа! Дядя Петр. Привет. По-любому. Да? Да. Дядя Петя. Ты не споришь, мой опыт? Да? Да. Да. Как дела? Мы с ним такие темы общались, разговаривали. Я просто не помню, где был я. О, россиянин, россиянин, это, конечно, это вообще беда. Алейкум ассалам. Не, али мы звук, до свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы? Не жалуюсь, хорошо. Шо у вас, как у вас? Я говорю, у вас как дела? Замечательно. Слушайте, а что у вас там в Орске происходит? Что с дамбой-то? Где происходит? Орск. Орск? Да. Орск затапливает, да. Что случилось? Да, вот. Что случилось? Карма пришла? Карма пришла? Да, возможно, возможно, возможно. Бывает. После ваших прилетов не сильно хорошо. Умирают мирные люди. Вот, вот мы узнали у двух людей два вопроса. А о чем еще поговорим? Ты сравниваешь прорыв дамбы с обстрелом ваших ракет мирного города? Мирного города? Ну, естественно, а как по-другому? Да, мирного, но по военным объектам. Какие? Девятиэтажки? Пятиэтажки, это мирный город? Это именно военные объекты? Ай, блядь, ты переключился, сука. Здравствуйте. Здравствуйте. А чем опять? Разно. Может быть, есть вопрос какой-то? Слушайте, что там в Орске происходит? Говорят, как я не знаете, да? Не знаю. Не знаете. Хорошо. Я в Оренбурге живу. А Орск, я даже не знаю, где это находится. Протвино, это что такое? Это Московская, это какая Протвино? Область? Я не знаю, что такое Протвино. Не знаете. А вы в какой области? Протвино, не знаю, что. Я говорю, вы в какой области? Воронежская область. Воронежская область. А город какой? Я не в городе живу. Ну, деревья. Таловский район. Таловский район, а деревня какая? Деревня? Ну? А зачем вам деревня? Ну, вы якобы назвали область. Козловка. Ну, такое дело. Хорошо, какой у вас, возможно, будет вопрос ко мне? По поводу Протвино. А у вас есть вопрос? Давайте. Ну, я вам же задал про Орск. Вы сказали, что не знаете. Поэтому я и спрашиваю у вас. Возможно, у вас... Там прорвало дамбу в трех местах и затапливает, как бы город ваш затапливает России. Какой город он затапливает? А я вам сейчас зачитаю. 5 секунд. Какой дамбу? Значит, сейчас, одну секунду. Значит, русский город Орск идет под воду. Через прорыв дамбы остановилась... Оренбург, может быть, а не Орск. Услышьте меня. Оренбург это ниже Орска. Секунду. Оренбург ниже. А, ты ж. Оренбург ниже Орска. А оно быстренько ляпнуло и быстренько ушло.
Привет. Слушайте. Привет. Как погодка у вас? Лето. Лето? Конечно. По какому календарю лето? Где это лето? Не знаю, Латвии. В Украине сейчас лето. Ощущение, что уже лето, потому что в районе 20 градусов. У нас 23. Ну и у нас где-то в районе 20 градусов. Ну, спрашивайте, а какого региона? Киев. А? Киев. Киев, да, потеплело так. Ну, лето, да. Краснодарский край. Я понял. Какой вопрос еще возможно будет у вас? Что-то хотите спросить, узнать? Да, нет, все и так видно. Я слушаю. Что скажете по этому поводу? Что-то хотите сказать? Больше интересно про Орск. У меня два вопроса. Первый — это что творится в вашем Орске? А второе, как Лавров принял Хамас, Хазбаллу, вот эти все вещи принял у себя. Общепринятые террористические организации во всем мире. Пропадаете, чуть-чуть четче говорите. Пропадаете. По сравнению с вашими ВОЗ? Типа палатки, что у вас? Не видели палатки? Знаете такое? Палатки бывают. Дамба не справилась, да? Палатки бывают. Я говорю, дамба не справилась. Канализация. Это речка. Дамба не справилась, еще раз говорю. Нет, не справилась. А что так? Ну, последний раз такой подъем. Подъем воды был в 42-м году. Не, было до этого еще. Или 46-м, я извиняюсь. До этого было еще. До этого было еще. После того, как затопило ваши речки. Я к тому, что вы проебуете очень часто. Все понятно. Все понятно. Так, Зоя, привет. Если вдруг будет желание задать вопрос, пожалуйста, задавайте вопросик. С удовольствием задам его этим лаптеногим задам. С удовольствием. Понеслась дальше. Так, я хотел увидеть одну вещь. Значит, я не вижу. Здравствуйте. Я ж не к вам, не в данной ситуации, не к вам. Замечательно. Это у нас вот сюда сразу уходит.
Здравствуйте. Здравствуйте. Украина, Киев, вы откуда? Меня Алексей зовут, я тебя знал. Меня зовут Гавриил. Что хотите спросить, узнать? Ну или на какую тему хотели бы плюс-минус поговорить? Вы в автомобилях разбираетесь? Я дико извиняюсь, вы и откуда родом? Ну, сейчас находитесь где? Таганрог. Таганрог — это Российская Федерация, правильно? Да. Я нахожусь в Украине. Вы хотите со мной поговорить про автомобили? Ну, спросили, на какую тему? Мне просто интересно, а между нашими странами идет война, и один человек с одной стороны хочет спросить у другого человека с другой стороны, в которой сейчас направляются ракеты, его солдаты убивают других людей. Он хочет спросить, а как ты относишься к автомобилям? Круто на самом деле. Других вопросов у вас не будет, нет? Мне просто непонятно. Это то же самое, что в 43-м году, в 1943 году, кто-то бы меня спрашивал бы, как я и про что бы я говорил бы с немцами. Ну, приблизительно такого же плана. Смешно. И? Да без и. Вы для меня как фашист, для советского человека в 43-м году. Понятно. Замечательно. А кто такой фашист? Это вы для меня. Ага. Ага. Ну ладно. Ничего здесь хорошего нету. А кто-то сказал, что это хорошо? Я не говорил, что это хорошо. Я сказал, что вы для меня, как для советского гражданина, советского человека, немец в 43-м году. Я уже слышал. Понятно. Возможно, будет какое-то еще у вас предложение. Да нет, вы спрашиваете. Ну, в принципе, вы свою позицию обозначили. Действительно, я свою позицию обозначил. Как вам последнее видео, там, где ваши солдаты расстреливают в упор наших военнопленных? Я не видел этого. Ай-яй-яй, вы не видели, я понял. Не видел, я не смотрю. Угу. А что не смотрите? Опасаюсь за психику. Опасаетесь за психику, да? Ну, а что вы смотрите такого, чтобы вот увидеть и сказать, о, это, я пытаюсь сейчас его просто найти. Последнее, что из видео смотрел на эту тему, я фильм смотрел «20 дней в Мариуполе», по-моему, или «20 дней в Мариуполе». Так, и? Как вам этот фильм? Очень страшно. Страшно в чем? Во всем. Ну, вот, вы видите, я этот фильм тоже посмотрел. В чем именно для вас страшно, ну, это видео? Ну, война. Ужасы войны. Что вы вынесли из просмотра этого фильма? Хотелось бы жить и не знать, что такое война. Что нужно сделать для того, чтобы этого не было? Что нужно делать? Да, чтобы этого ужаса не было. Ну, у меня свой взгляд на вещи. Я вижу, что это только в невежестве и в отсутствии знаний обычно ведет к этому. Невежество и отсутствие знаний привело к тому, что город, в котором жило много миллионов людей, начали обстреливать ракетами. И в нем погибло много десятков тысяч мирных людей. Кто в этом конечно, виноват? Невежество. Кто в этом виноват, как вы думаете? В чем? В том, что погибло многие десятки тысяч человек. В том, что погибло многие десятки тысяч человек в городе Мариуполь. Кто вел обстрел войска? А кто вел обстрел? Как это кто? Телевизор показывает, наверное. Как вы думаете, кто вел обстрел? Так,
кто? Российские войска или обстрелял тоже еще. А как вы думаете, зачем они обстреливали город? Ради чего? Ради чего? Такая, наверное, методика ведения войны, скорее всего. Убивать мирных жителей, правильно я понимаю? Внести ужас, да, во всю, как бы, все. Лично вам задает вопрос Зоя. Вопрос. Есть ли у вас чувство эмпатии? Конечно, есть. Зоя, есть чувство эмпатии. Я понял. Возможно, у вас будет какой-то вопрос ко мне. Я затрудняюсь что-то спросить, как бы. Ну, а что могу спросить? Не вы знаю. Вы действительно из Киева или вы из Львова? Нет, я из Киева. Я во Львове даже ни разу... Нет, за свою жизнь я был один раз во Львове. Возле оперного театра я посмотрел с ребенком, мы прошлись, ну, довольно красивое здание, и мы оттуда уехали, да. Я понял. Это еще было до войны. Я, к сожалению, никогда ни разу не был в Украине, несмотря оттуда, что все мои, ну, мои родители, дед, бабка и все остальные, и по отцу, и по матери. Из Украины? Да, хотя всю жизнь жил рядом, вот я говорю, в 70 километрах от границы. Угу. Но ни разу не был, к сожалению. Такое дело. Учитывая нынешнюю обстановку, я не знаю, когда в следующий раз вы будете в Украине. Ну, я никогда не был. Наверное, никогда не буду. Ну, возможно, так, да. Как вы думаете, чем закончится война? Как бы такие абстрактные вопросы, на самом деле. Ну, это вопрос чисто абстракция. Да. На него ответить, это я не Баба Ванга, поймите правильно. А чем бы вы хотели бы, чтобы закончилась эта война? Победой добра над злом. У вас вопрос эмпатии был предыдущий, если эмпатия еще правда. Победа добра над злом. А в вашем понимании добро это что? Добро? Ну? Ну... Всегда, в принципе, в любой войне всегда одно и то же. Кто напал первый, тот зло. Вот и все. Логично. Количество уничтоженных... перерабатывающих станций, НПЗ вот этих всех, приведет ли к более быстрой победе? Ну, если не будут продолжать, это сейчас остановились. Вы думаете, остановились, да? Ну, потому что я по новостям слышал, да, бензин не подорожал. Ну, я бензином как бы не интересуюсь, потому что у меня два электроавтомобиля. Ну, вот то есть, проезжая мимо заправки, вы не сильно реагируете на изменения цен? Да. Ну, я себя отношу к проценту тех людей, у кого мозги в голове есть, как и владельцев электронных автомобилей, а их там, по-моему, меньше процентов в России. Не понял. Какие у вас машины? Nissan Leaf. Первый, второй? Да, оба. То есть, 24 и 30 с чем-то киловатт? 30 и перепак на 62. 62 нету Nissan Leaf второго. Вы имеете в виду, вы поставили две Nissan батареи? Nissan Leaf 17 года рестайл выпускался 40 киловаттный, а 21 года 62 киловаттный. Но у него же воздушное охлаждение. Это же, ну, типа, вообще, здрасте. У него вообще никакого охлаждения батареи нет. Не может быть никакого охлаждения. У него идет или воздушное охлаждение, или как в... Volkswagen, там сам i4 и все остальное, у нее идет охлаждение самой батареи. В данной ситуации у вашего... Так вот, я продолжу, так как я батарею видел, когда разбирают, у Nissan Leaf нет никакого охлаждения батареи вообще. Значит, воздушное. Банки находятся в коробке просто. Значит, воздушное охлаждение. Там воздух внутри не вентилируется. Значит, воздушное охлаждение. Воздух подается снаружи. Воздушного обдува. Ну, так вот, перепак. Делают перепак, привозят китайские батарейки с разобранных китайских машин, свежие, 2-3-летние, и меняют начинку. Я понял. Такое дело. Хорошо, еще раз задам. Возможно, у вас будет какой-то вопрос, хотите что-то узнать, спросить у меня? Нет, спрашивайте, у меня вопросов никаких. У меня больше нету. Больше реально нету вопросов. Ага.
вот. Так, Зоя, видишь, есть ли у него чувство эмпатии? Да, у него есть чувство эмпатии, но он так и не раскрыл его, так що не може нічого сказати. Напевно, він знає значення цього слова, але він не розкрив, що значить для нього це емпатія. Привіт. Здоров. Ну чого? Чого що? Спрашивай, давай, ну как-то так прям грустно. Какой-то есть вопрос, что-то хочешь спросить, узнать? Ну, смотрел. Давай, не тормози, давай. На какие темы общаешься? На разные, на разные. Давай, не тормози, спрашивай. Давай. А? Салоники, спрашивай. Центральная Македония. Что хотел спросить, узнать? Северная Македония, да. Ну, да, я в курсах. Да, что хотел спросить, узнать? Спрашивай. Ну, тогда. Львов, Львовская область. Я вас слушаю. Вы в религии общаетесь? Какая я область? Львов, Львовская область? Да. Оно именно того так показывает, да? Да. Киев. 15.50 время ваше показывает. 3 часа. Нет, 15.45 это во-первых. Второе это Киев. Это да. Короче, у тебя есть какой-то вопрос? Хочешь что-то спросить, узнать? Да, у меня хоть тысячу вопросов. На давай. Вопрос можно на любую тему. Давай, понеслась. Не тормози, давай, у тебя интернет говно. Блин. Жаль, очень жаль. Хотелось бы. А у него интернет говно. Говно интернет. Ну что ж такое-то? Привет, 200. Я говорю, привет, 300. Это ты в будущем. Покачину. Ты тупорылый, не понимаешь. Я не знаю. Ты не знаешь. Ты россиянин, который одел форму. Значит, ты будущий 300, а в лучшем случае 200. Животное, есть какой-то вопрос ко мне? Подожди, 200 это как понять? Сдохший. Сдох, да? Да, сдох полностью. А потом что-то как-то... 300 это раненый. А, понял. А ты не знал? Нет. А нахера ты на себя вот эту всю амуницию нацепил? Так стрейкбол играю просто. Я понял. Амеба, короче. А зачем лицо закрыл в чат-рулетке? Просто захотел, так почему? Ну понятно, секунда из секунд, я понял. Самовар. Просто самовар. А что вы такой злой? Не, я смотрю на россиянина, который секунд, который я считаю самоваром. Ладно, животинка, у тебя будет какой-то вопрос ко мне? Что еще раз? Я говорю, у тебя будет какой-то вопрос ко мне? Вам? Ну? Почему он такой злой? Я ж тебе только что перед этим ответил. Вас плохо слышно просто, поэтому я... Мразь украинская, не ответишь за смерть детей. Здорово. Привет, животное. Привет, животное. Как ты там в Ростове-то, а? Псина ты дурная. Сыкло ты мое родное. Блядь, как я тебя ждал. Он хуйню на голову нацепил. Сыкло ты, бля, красота-то, красота нереальная. А чего ты очко прячешь свое лицо? Ну, чтобы мне пизды не дали. Сыкло, блядь, сыклище, блядь. Вот, знаешь, чего меня забавит?
чего меня забавит, это те россияне, которые типа, ну, типа герои, они такие хохлы, пидорасы, и такое в этой хуйне, блядь, закрытые, сад, блядь, сука, сад, пидоры, блядь, закрывают себя и сад что-то сказать. Что ты пальчик, сука, это то, что ты в жопу засовываешь? Давай, животное, говори. Кто такие бандеровцы? Аргументировать сможешь? Да. Давай. Гражданин Украины. Чушпан, давай, аргументируй, что я бандеровец. Чушпан, давай. Гражданин Украины. Являюсь ли я жителем гражданин Украины? Нет, да. Гражданин. Что такое гражданин Украины? Человек, имеющий гражданство Украины, паспорт. Имею ли я паспорт гражданина Украины? Да. То есть, если человек имеет паспорт гражданина Украины, для тебя он автоматически является бандеровцем. Да, бандеровец и пидорас. А ты знаешь разницу между пидорасом и геем? Да. Какая? Геи — это люди нетрадиционной сексуальной ориентации, а пидорасы — это какие? Нет, я тебя разочарую. Геи — это те, которые любят мужиков. Мужик любит мужика — это гей. А пидорасы — это те, которые любят Россию. Да, дядя, да. Вот так оно и есть. Они еще чушпаны такие, которые боятся и закрывают свое лицо. Ну, ссыкуны, по факту ссыкуны и опущенные твари. Ну, как бы, ты же их знаешь. Это тебе нечего бояться, потому что твоя перспектива — это смерть от ракеты русской. Серьезно? А мне есть чего бояться. А чего тебе есть бояться? А чего ты боишься? Давай, расскажи мне. Чего ты боишься? Смотри, стекло вонючее. Чего ты боишься? Попасть в такие точки, как Крокус-Сити, да? Да, животное? Или в Орск. Поехать в город Орск, там, где у вас дамбу ебануло, да? Ты ссыкло в Ростове-на-Дону, боишься туда поехать. Ай-яй-яй. В жопу раненый 300-й. Ну, это ты кому-то другому расскажешь. Так объясни мне, почему такие, как ты, боятся показать свое лицо такой, ну, типа... средней программе, как чат-рулетка. Ну, потому что такой террорист, пидорас. То есть, кроме оскорблений, у тебя других слов нет? Да, это разве оскорбление? Кацап, еще раз, смотри. Вонючий, бздешный, сцикливый кацап. У тебя есть какое-то оправдание тому, что ты прячешь лицо? Да, есть. Давай, чушпан, говори. Страх за свою жизнь. Страх за свою жизнь? Ну а какая может быть страх быть у тебя в сраной, задрипанной Ростовской области? Ну это ж как бы есть как есть. Послушайте, да, раз и приеду. Слушай, ты это повторяешь 40 раз. Других аргументаций у тебя нету? Это единственное. Ты очкуешь, что тебя приедут и украинцы отпиздохают. Я понял. Хорошо, животное, у тебя заднеприводного слоеба есть какой-то еще вопрос ко мне? Да, есть. Говори. Нахуя вы бомбите Белгород? Там есть военные цели. А торговый центр Донбасса? Там ваши военные делают склад военных патроны, хуёны, всякая эта хуйня. Поэтому мы хуярим по военным точкам. Да, детский сад. В детском садике у вас прятались военные. Нахуя? Я не знаю, животное. Это к вашим пидорасам, которые прячутся в жилых постройках. Только поэтому ваши пидорасы вот где прячутся,
военная туда и прилетает. Вот только после, только вот так. Давай, псина заднеприводная. Какой-то еще есть вопрос? Давай. И еще раз, чуть-чуть четче, пожалуйста. Зачем вы устроили теракт в Крокусе? Крокус-Сити, правильно? Так, жики, которые приехали с Крокус-Сити. А, значит, ИГИЛ, который сказал, что это они. Таджики, которые стреляли, поехали в сторону Беларуси. ИГИЛ, который на своей странице официальной... даже на официальной странице в интернете выложил камеры, которые снимали. Потом выложил и сказал, что это они. Все равно украинцы виноваты, да? Вы долбоебы. Ну вот что я могу сказать. Вы долбоебы. Хоть один след ведет в Украину? А, во-первых, они двигались не в сторону Беларуси, а в сторону Украины. Серьезно? По какой трассе? Я не помню. А, ты не знаешь. Ты просто долбоеб молодой, я понял. Замечательно. А, Чушпан, скажи мне, пожалуйста, а какое количество участвовало людей в террористическом акте в Крокус-Сити? Ну, террористов сколько было? Серьезно? А может 8? Нет, 4, да? Тогда, вот смотри, давай отстранимся. Выкинем то, что ты из Российской Федерации, и выкинем то, что я из Украины. Вот выкинули. Будем считать, что мы из других стран. Люди, пускай будет 4 человека, едут убивать других людей. Ну, они гандоны. Тут вопросов нету. Они... реально пидорасы. А, они на машине приехали в торговый комплекс. Так? Зашли, убили какое-то количество людей, сели в машину и уехали. Рядом с торговым... рядом с торговым комплексом есть мусора. Но они не заходят туда. Они целый час ждут и не заходят. Потом загорается торговый комплекс. Пожар, секунду, пожарные более 40 минут не заходят. А террористы, эти гандоны, которые стреляли по людям, они уезжают и едут очень далеко. И только возле за 140 километров, за 40 с чем-то километров от границы с Белоруссией их хлопают и накрывают. Теперь рассматриваем твою версию, что они ехали в Украину. Украина, Россия. Российские войска, украинские войска. Здесь заминировано, здесь заминировано. Сука, хуярят, война. И тут, блядь, 4 человека на старой, задрипанной, законченной машине говорят: сука, остановитесь, блядь, остановитесь. Мы должны, блядь, в Киев проехать. Ну ты долбоёб. Кто им пустил бы? Российские войска заявили, что в тот день проводились в этот, блядь, разминирование. Серьезно? Разминирование? То есть, блядь, хуярят русские, украинские войска, и мы такие разминируем, потому что какие-то долбоебы должны, блядь, ехать. Да их расхуярили бы, как псов бы расхуярили бы. Почему полиция не реагировала? В полицейском участке не было оружия, это раз. Два. Вначале заявляли... Секунду. В полицейском... у полиции не было оружия? Они геи? Нет. А как у них не было оружия? У них было оружие, но пистолеты. А, пистолеты. И они с пистолетами боялись зайти, потому что отгребут пизды от тех, у кого есть автоматы. Да, и во-первых, и во-вторых, сообщалось сначала от 20. От 20! А что, мусора ссыкло, да? Мусора ссыкливы. Они могут только бабушек торбить. А кого?
Ну, то есть, смотри, родной, чтоб ты понимал, я даже ничего вырезать не буду, я полностью ебану видео с тобой и полностью выложу, чтоб ты понимал сразу. А, потому что такого долбоеба, как ты, надо прям искать. То есть мусора, стекло, сидела, ждала час, ждала, пока эти гандоны уедут, а потом зайдут в пустое здание. Ты перевираешь, тварь. Во-первых, давай. Блин, ты пистолеты. За что я делал с пистолетами 24? Пистолеты, блядь, пиздец. У мусоров нет автоматов. А как же они идут на разгон митинга с автоматами? Ёж ты бы. Неправда. Они идут с пистолетами и с дубинками, да? Только с пистолетами и с дубинками. Нахуй ты мне пиздишь, сука, россиянину. Они идут с автоматами, блядь. У них есть пистолеты, автоматы, дубинки и другие спецсредства. Пожарные тоже, кстати, не заходили, потому что сообщалось о 20 террористах внутри здания. 20 террористов, блядь. Хай здание горит, блядь. Хай, сука, все сгорят, кацапы, блядь. Нам похуй. А ты бы пошел? Конечно, да. Да, потому что там в районе 3,5-4 тысячи человек. Надо спасать всех. Насрать. Положи свою жизнь, спаси людей. Там дети, там женщины. Неважно. Даже если ты спасешь двоих, одного, ты уже молодец. Ты уже будешь героем. А, хай сдохнут. Правильно, хай сдохнут, не проблема. Ну, все россияне стыкуны, я понял. Слушай, а как тебе этот видео, там где... Ну, я только серьезно спрашиваю, постарайся не шутить. Там где на последнем видео, которое вчера в телеграм-каналах, там где россияне расстреливают пленных украинских солдат. Неважно, как ты относишься к украинцам. Неважно то, что я думаю о россиянах. Просто есть пленные... И есть те, кто захватил в плен. Вот те, кто захватили в плен, расстреливают тех, кто попал в плен. Во-первых, были не украинцы, а польские наемники. Польские? А как по ним определить, что они польские наемники? Ну, если же, я не знаю, документы, наверное. Нету документов. Они три человека лежат, и их уже расстреливают. Ну, в упор расстреливают. Ну, серьезно, без шуток, без подъебки. Это война. Пленных нельзя расстреливать. Если человек сдался в плен, неважно, это русский, поляк, украинец, неважно, пленных не расстреливают. Он сдался в плен. Неважно, кто какие боеприпасы применяет. Неважно. Я говорю о пленных, которые сдались в плен. Они не сдались, они лежали, умирали. Их ранило сильно. Ага. Почему? То есть, если их ранило, то их можно убить. Если это польские наемники, да. А как определить, что это польские наемники? Я понял. Как ты думаешь, какое количество русских военнопленных будут брать теперь плен? Такое же, как и раньше брали, потому что вам надо обменивать. Слово ноль. Учитывая то количество, которое уже есть. Я понял. Хорошо, возможно, у тебя будет какой-то еще вопрос ко мне. Ты же не против, что я выложу с тобой полное видео без изменений? Замечательно, давай. Так, дорогие мои, не забываем, пожалуйста, подписаться, поставить пальчик под стримом, если вы смотрите и вам нравится. Также я буду рад, если вы
подпишитесь под на мой Patreon. Это будет очень прекрасно. Я буду понимать, что вы поддерживаете меня. Я буду очень-очень-очень рад. Так, ну что, дорогие мои, пошли дальше. Поехали дальше. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как у вас там? Слушайте, замечательно. Вот читаю про ваш Орск. А, идет Оренбург. О. Пришла вода, открывая ворота. Под воду активно идет Оренбург. Жители призывают... Затапливают. Да. Вот эта вода, которая с дамбы. Ужасно. А что? Что ужасно? Что случилось-то? Нормально. Что ж там ужасного? Ну, а в чем ужасно? Вода, да и вода. В чем ужасно? Ну. Красный паспорт. И что? Ну. У нас не красный паспорт, чтобы вы так на всякие пожарные понимали. В Украине не красный паспорт. В Российской Федерации, наверное, красный. У нас не красный. Ну и в чем плохо то, что Оренбург тихо, мирно топится. Чтобы вы понимали, вас не видно. Ну, паспорт дальше и чё? Загранпаспорт. Ну, у нас загранпаспорт не красного цвета, чтобы вы понимали. В Украине не красного цвета. Не красного цвета загранпаспорт. Старый паспорт. Не красного цвета загранпаспорт. Ну, как бы, то, что вы мне показали, не является правдой. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что... А в чем плохо, что Оренбург потихоньку идет под воду? В чем минус, я не понимаю. Ведь когда вы стрельнули, я имею в виду россияне... дайте я расскажу. Стоп, блядь. Нет. Я еще раз говорю. Вот когда Россия стреляла по нашей дамбе и топила нашу территорию, вы все такие, бля, как заебись, охуенно, хохло вода смывает. Так вот вопрос, в чем минус то, что Оренбург тихо идет под воду? Да нормально все. В чем минус, я не понимаю. Ну, давайте, расскажите мне. Казань, давай, Татарстан, расскажи мне. Ну, проживал? Давай. Глаголь. Че, орехи мешают во рту говорить или что, я не понимаю. Почему ты считаешь, что тебе будут отвечать? Вот заметь. Вот, я задал вопрос. Простой вопрос. Кто такой, чтобы не отвечали, блядь? Я задал к тебе, Руснявый, один вопрос. Кугут, иди в селе, и тебе кто-то должен что-то отвечать. Да ты никто вообще. От слова совсем. Угу. Сможешь аргументировать, ты, Руснявый? Руснявый, а ну аргументируй. Иди давай. В попку, не в жопу. А в попку, иди. Кацапюра, больше нечего тебе сказать, да? Бабушке. Иди, чпокни бабушку свою. Ага, мукачку бабушку, давай, я понял. Давай, пока. Все, что ты смог ответить, не Кацапюра, не это не то, что у тебя нет свою. Ответа. Я понял. У Кацапа ответа нет. Ну, ничего, пойдем дальше. Шлюпка сегодня из лица росла, что эти, блядь. Ну, конечно, в деревне еще. Дядь, привет, что ты там? Здорово. Как же у тебя? Здорово. Нормально все. Нормально все. Откуда будет? Я из Киева, ты откуда? Я из Киева, да. Киева, да? Самого Киева? Да, а ты откуда? Да, ты откуда? Россия, да нет, с бывшего края.
А, временно оккупированная территория. Я понял. Да. Все вот эти ля-ля ваши, это как судеты, которые, нет, мы с немцами до конца. А потом такой, куясь, и все, заебись. Хуяк и нет Украины, да? Ну, здорово, блядь, да? Хуяк и нет, блядь, Украины. Боже, само ляпнул, само поверил. Вас наебали, дядь, вас наебали, блядь. Наебали тебя, я когда ты поверил в то, что ты сможешь жить при России точно так же, как ты, животное лысоподобное, жила при Украине. А куда ж ты, сука, тварь, съебалась? Ну, ничего. Кстати, хотел бы такой опросик сделать. Пожалуйста, поставьте... Это важно, это очень для меня важно. Поставьте плюс, что вы поддерживаете, и минус, то, что вы не поддерживаете, а мою ненормативную лексику при общении с этими убогими. Ну, то есть, если вас это расстраивает, вы говорите минус. Если говорите супер, плюс, типа, как говоришь, так и говори дальше, поставьте, пожалуйста, плюс. Чтобы я понимал. Пожалуйста, это для меня будет важно. Чтобы вы прям в чате поставили плюс или минус. Пожалуйста, там. Вот Василь, Штырь, Зоя, Слава Украине. Вот все. Будласочка. 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 Поставьте свои плюсы чи минусы. Ты зачем про своего отца так говоришь? Не надо. Это ж, ну, как бы... Ты ж животное, которое заднеприводное. Ну, ты не говори так. Лежишь... Вот смотри, я смотрю на тебя, тупорылого заднеприводного слоеба, в шапке, в куртке, лежит на кровати. В помещении. То есть настолько надо быть опущенным ослоебом, ну фу, неинтересно. Ты сможешь аргументировать свои слова? Да, ну ты накрутил, куча, все замечательно. Аргументируй то, что ты сказал. Послушаю, как терпила орёт, ну давай побежи с ней, я ебаный, побежи. Я говорю, ты аргументировать сможешь то, что ты сейчас сказал? Ты сука на Шрека похож, блядь, чучело. Понятно, похож на Шрека, все это я услышал. Ты свои слова аргументировать сможешь? Или это просто пустой треп с твоего ротоприемника? Че, ёпта, пенсия ебаная, бабка нахуй. Так, все, услышал. Кроме того, что ты сказал, какие-либо еще слова у тебя есть в твоем лексиконе? Да. Какие? Ты что, дурак, что ли? Угу. Ты что, дурак? Ну, дурак? А кроме этих еще какие-то есть? Или это ограниченный просто поток твоего сознания с твоего спермоприемника? По-моему, ты ограниченный, терпел. Угу. Это все, что ты можешь сказать? Повторить мои слова, да? Через экран так разъебал на эту тварь, ебаный. Ага. Вот так, ну, сука, Вася, блядь. Ага, все, да? Лежачи в кровати, полностью в одежде, это он пытается мне вот так сказать. О, беда, огорчение. Так, смотрю, Слава Украине поставил плюс, Зоя Денисова поставила плюс, вони другого языка не розуміють. Ну що, полетіли далі. Ебать.
там только мат. О, дядька, здорово. О, дядька, привет. Че, как, давай познакомимся. Меня Александр зовут. Меня Гавриил. Даниил? Гавриил. Гавриил? Да. О, очень приятно. Че, какие темы здесь общаетесь? Ой, в основном одна и та же тема. Путин хуйло, Россия гной. Ну, одно и то же. Ой, блядь, ну давайте уже не будем об этом, а? Не, уже не будем, да? А про что будем? Да. Ну вот меня, допустим, интересует, знаете, какая тема? Миграция китайских моллюсков в Южную Корею. Миграция китайских моллюсков? Да. Куда именно? В Южную Корею. Вот в Южную Корею. Из Китая в Южную Корею, к берегам. Моллюски каких животных? Коньков. Коньков. Ты долбоёб. Почему долбоёб-то? Ну, каких вот коньков? Ты о чем говоришь-то вообще? Ты живешь в Иркутской области. Максимум живешь, я не знаю, в какой-то деревне, которая называется Большая река. Ну, это в лучшем случае. Потому что в худшем случае ты... Сука, в залупе какой-то живешь, блядь. И тебя интересует, что какая-то миграция? Неинтересно, правильно он говорит. Неинтересно. Переключай, потому что задавлю, сука, как пса задавлю. Это твоя жена может только так говорить, да. Твоя жена может так говорить, 100%. Вот скажи, о чем можно общаться с долбоебом? Я не знаю, ты с этим долбоёбом живешь всю жизнь. Про что ты там говоришь, я не знаю. А куда ты, блядь? Ой, я куда-то побежал. Он на тебя. Руслан, это твой друг? Господа, смотрите на очередного долбоёба с Ямало-Ненецкого автономного округа. Ты просто пуч. Представляешь, да? Вот это в Ямале живет вот такие бараны. Такой харий. Представляете, неужели в автономном округе Ямало живут такие дебилы? А покажи крестик. Беда, да? Согласен с вами. Привет. Какая беда, ты кто? Алло. Привет. Привет. Как дела? Нормально. Могу я тебе задать вопрос с чата? Давай, задавай. Там два вопроса. Я прошу тебя поздороваться и спросить, как его имя. Как тебя зовут? Меня зовут Андрей. Его зовут Андрей. Так, второй вопрос. Почему большинство россиян прячет лицо в такой среднестатистической программе, как чат-рулетка? Почему я скрываю лицо? Yeah, the face, yes. Close. Поддерживаю СВО, представляешь? Кого поддерживаешь? СВО поддерживаю. Что такое СВО? Ну, мужик, ну, не знаю, что такое СВО. Смотри, ну, смотри, секунду, 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 секунду. Половина с чата пишет на непонятном для тебя английском языке. Я сейчас нахожусь в Канаде, город Калгари. Поэтому ты представляешь сейчас большую державу, которая называется Российская Федерация. Поэтому, если ты хочешь быть достойно представлен, пожалуйста, ну, не употребляй ненормативную лексику. Люди спрашивают, что такое СВО? Ну, спецвоенная операция. Это Special Army Forces. Yeah. Хорошо, замечательно. Тогда спрашивают, что у тебя... Какой город сзади тебя? Где, вот там? Ну, типа, да, на фотообоях. Челябинск. Это до Челябинска еще срать, досрать лет 800. Ага. Ну, то есть, можно быть дебилом, но не настолько, чтобы все смеялись. Это Челябинск, я тебе клянусь, там метеорит прилетел. Не, серьезно, он просто так выглядит сейчас. I'm so sorry, this man was very crazy, yeah. Да, ну типа полностью очень сильно, скажем так,
глупый. Слушай, и сумасшедший. Слушай, а можешь показать свой чат, просто вот так взять, перевернуть, чтобы ты там реально что-то... Нет, не могу. Нету смысла показывать чат рулетки, второй монитор. Гашазар, что ли, или что? Ну покажи. Нет, покажи, ну типа, реально... глубоко похуй, как ты думаешь обо мне. Или ты считаешь, что есть у меня второй чат или нету. Ну глубоко насрать. Давай сделаем проще, смотри. Ну типа, ты думаешь, что я тебе сейчас обманываю, да? Да, обманываю. Давай покажи. Не, ну если ты там скриншот какой-то мне сделаешь с какого-то ютуба левого, то это не считается. Говори что-нибудь. Говори что-нибудь. Говори. Говори что-нибудь. Говори. Говори что-нибудь. Говори. Там спустили эпизод, что у тебя, братан, вырубай. Давай мы сейчас отмотаем назад. Нет, это я на... Давай, зашел на этот самый, на стрим. Да ну слушай, такой детский лепет. Покажи мне. Схуя ли я, блядь, какому-то пидору? Я мало ненецком мокрый, я должен что-то показывать. Ты долбоеб. Слушай, это детский сад был примерно 300... А, смотри, тебе пишут, что ты отсталый дебил. Ну, типа, знаешь, вот ту хуйню, которую ты сейчас мне пытаешься втереть... Телефон развернуть конченый. Нет, Вася, нет. Прикинь, пускай будет так. Давай, животное, будет у тебя какой-то вопрос? О, стоп, тебе спрашивают, а маска при чем? Ты тупой слив. Что? Тебе спрашивает девушка, а маска, ну если переводить дословно, она вопрос такой, а маска при чем? Ну, хочу, сижу. Угу. Окей. Ну, хочешь и сидишь. А, ну. Мне пишут в чате, героем стало, это что означает? Типа, это означает, что Путин хуйло, а Кадыров ебаный заднеприводный пидорас. Там то же самое. То есть смотри. Путин хуйло. Смотри, смотри, услышь еще раз. Путин хуйло. Кадыров заднеприводный пидорас. Ну, очень легко. Это ж то, что ты попросил, то этим и ответили. А при чем здесь героем стало? Это ж концовка, то, что я тебе только что продиктовал. Героем стало. Угу. Слушай, а долго ты вот речь эту придумал? Какую именно? Ну вот эту всю постановку. Какую? Ну продиктуй ее. Скажи вслух своим ртоприемникам. Ну шизоидный. Не, я не понимаю. Проговори ее. Шизоидный. Проговори. Проговори? Да, ну скажи, что именно? Проговори, да. Давай, про Путина, про Кадырова, давай. Вырыгай ее, бля. Очко, сука, дырявое. Сыкло ебаное, да? Ай-яй-яй. Который тебя просто скоро закопает. Ну, отсосет, ты имеешь в виду, да? Придет и отсосет. Я понял. Ты. Угу. Смотри, я живу в городе. Смотри, смотри внимательно. Я живу в городе Киеве, так что welcome. Welcome в город Киев. Мне пишут Кадырка, барашка, Дон-Дон. Почему ты еще за свою страну не воюешь? Я жду, когда тебя животные мобилизируют. Меня? Да, конечно. Опять. Я вот смотри. Тебя и я сразу же к тебе навстречу. Герои диванных войск? Конечно, мы с тобой в одних войсках. Ну конечно. Ну вот видишь, и вопрос-то решен. И так, а ну-ка продиктуй мне еще раз, что написало то сцикливое животное насчет меня. Мне прям смешно послушать. Мне тоже смешно тебе слушать. Так, нет, насчет меня там кто-то что-то писал. Ну что еще пишут, давай рассказывай. Нет, ты мне сказал, что кто-то ко мне там в гости, да? Прочитай еще раз. В гости, ну да, тебе едут в гости. Так, мне едут в гости. Как хоть зовут того заднеприводного слоеба, который едет? Кого? Сука, тормоз. Я говорю, там кто-то ко мне едет в гости. Его-то как зовут?
Саня Сальный, 666. Саня Сальный? Да, 666. Очко? То есть это такое очко дырявое, которое себе другого ника не придумало? Пизда, какой же тука тупорылый, блядь. Это как Путин хуйло написать. Ну, такое дело, нормально. Ладно, животинка, у тебя будет какой-то еще вопрос ко мне? Ну, реально неинтересно. Думал, какой-то, знаешь, смешной разговор завяжется. У меня вопрос к тебе. Давай. Без подъема, просто почему вот. Почему ты сидишь вот со своими внуками, а вот тут у меня? Очень хороший вопрос, отвечу. Внуков пока нет. Есть дети, а внуков пока нет. Ой, блядь, юморнул. Ебать, юморнул. То есть, когда тебя батя не кончил на стену, а кончил твою мать, то ты теперь радуешься. Вообще очень. Пизда, это вообще круто. То есть, настолько я нужно сыкливым быть, чтобы одевать на себя мат. Мы же диалог ведем. Ты пизданул, я выслушал твой трёп. Теперь слушай то, что я тебе говорю. Давай, то давай, есть давай, ты сыкливый настолько, что ты держишь маску на лице, да, вместо того, чтобы, ну, типа, показать свое лицо. Нет, ну, да, мы же. Чтобы таких жирных, как тебя, умирать. Так не получилось же еще. Просто пуджей. Пуджей на меду. Так не получилось же. А в смысле не получилось? Бы как бы не получилось! Я ты пизданул своего ротоприемника, и все! И все! Другой бы какой-то россиян тебя засрал. Так я не получилось. А тебя другой бы уже так засрал. Не получилось. Вообще. Ну вот, вообще. У меня встречный для тебя вопрос. Давай, второй вопрос, давай. Говори. Рожай. Ага, вот это его встречный вопрос. Когда он стыканул и ушел. Это прикольный, сильный вопрос с его стороны. Ну, что я вам могу сказать? Тільки в цьому росіяни сильні. Вони натягують на себе якісь маски, вони такі герої, герої, герої. А по факту сикливі. Ну, що я, як є. Василь, я дуже прошу пробачення, що, ну, то не було цікаво. Вся моя розмова з цим полудурком, то не цікава розмова. Це, ну, не цікаво. Будемо розраховувати на те, що, можливо, буде якась цікава розмова з якимось жителем, ну, який там живе на Росії. Ну, давайте, так, скільки у нас ми вже з вами, година 14 хвилин. Так, давайте ще один-два, я рахую, що буде. Як де доїздити від Кіпленді у складу? Здравствуйте. Привіт. Як діла у вас? Не жалуюсь, прекрасно. Відало дійсно, здравствуйте. А ви откуда? Город Київ. А ви откуда? З Іркутська. Город Іркутськ, Іркутська область. Ну, рядом с Иркутском, Иркутская область. Идем к тому. Рядом с Иркутском, Иркутская область. А какая деревенька? Почему? Город-герой Усолья Сибирская. Город-герой? Как правильно? Усолья Сибирская. А чем он герой? Чем легко, а чем? Не, ну вот как бы город-герой. Вы не знаете, почему? Во Вторую мировую войну он был, участвовал в войне, нет? Не, стой, ну у тебя же интернет, батя, есть. Да, я говорю, он во Вторую мировую войну чем славен был? Как чем? Еще. Но патроны, здесь лекарства, блядь. Не-не-не, город-герой это тот, который воевал. Танковый. Если не воевали, то вы как бы опущенные пидоры. Тут как бы одно из двух. Ладно, не важно. Я тебе знаю, что скажу, старый? Послушай песню. Ты хотел меня перебить, да, животное молодое? Нет, я тебе сейчас скажу самое интересное. Смотри, если ты включишь музыку, я сразу выключу звук. То есть, как бы, смысл твоей музыки не будет вообще. Ну, ты покажи мне ее, чтобы я понимал, хоть кто поет. Я не слышу и не вижу. Давай, показывай мне.
вижу. Не вижу, давай. Я говорю, бойся, русские идут. А опущенные пидорасы идут? Я не знаю, куда они идут. Опущенные пидорасы бегут. А, вы бежите куда-то. Ага, я понял. Нет, а куда вы бежите? Как раз наступаем. А куда, где именно наступаете? Ну я не знаю, как ты, блядь. Не, ну вот определи. Смотри, есть война между Россией и Украиной. На каком именно точке фронта вы наступаете? А мне вот интересно, вы как полстраны-то проебали? Вы как полстраны? Это старая сказка, давай. 8 лет бомбили Донбасс, вы полстраны проебали, мы Крым забрали без единого выстрела, и все остальное это похую. Стоп, секунду, подожди секунду, блядь, ты дохуя пиздишь. Вот, Авдеевку за 9 месяцев вы проебали, мы 9 месяцев ее бомбили и наконец-то за 9 месяцев Авдеевку взяли. Дальше давай, Бахмут. Давай, Бахмут. У меня вопрос. Смотри, смотри. У меня вопрос. За 9 месяцев. За 9 месяцев? Мы же взяли. Ты представляешь себе, ты представляешь, либо защику, больше нихуя вы не брали. То, что вы умеете брать защику, вопросов нет. У меня просто интересно, если вы взяли деревеньку, которая размером, грубо говоря, 30 квадратных километров за 9 месяцев, вот вы примерно навскидку понимаете, какое количество ваших ослоебов там лягло? Вот просто, ну, плюс-минус. Ну ты плюс-минус туда-сюда посмотри, сколько у вас нет. У вас не важно. Геноцид, блядь, будет. Не важно. 9 месяцев. Не важно, у тебя дохнут твои же люди. Не хочу. Здорово, жаба ебаная. Два пидора, привет. Как обидно. А чё обидно? Это ж правда. Чё обидно? А хорошо, давай я тебя спрошу, а ты без мата, пожалуйста, если сможешь ответить мне. Чем вот есть два существа? Геи и пидорасы. Чем они отличаются? Геи по ориентации. Чи-чи-чи. Давай вот этого с маски. До свидания. Я у двух пацанов нормальных, которые сидят, и его выгони. Хай идет мыть посуду. Все, идет, до свидания. Я понимаю, ты нацик, Иван. Нацик, прям нацик. Красота-то какая. Нацик. Ух, красота. Так давай, чем отличается пидорас от гея? По ориентации и по... По ориентации, по личности. Не поним... Извини, но не понимаю твой ответ. Теперь второй, пожалуйста, молодой человек, у которого шариковую ручку расписывали на шее. Чё? Ты по-русски, сначала выучи значение слов русских, блядь, ёбаный брат. По ориентации и по значению, чё тебе непонятно? Вообще непонятно. Ебанутый. Есть два слова. Есть. Смотри, животное. Заднеприводный. Заднеприводный. Закрывай свой спермоприемник и послушай. Есть два слова. Пидорас и гей. Угу. Какая разница между ними? А ну, разница в том, что ты пидорас, и тебе и будут в рот и кончают тебе. А гей это типа ты такой. Это типа ты. Нет, там большая разница другая. Совершенно. Геи это которые любят мужиков, а пидорасы которые любят Россию. Там и все, больше другой разницы нет. А, все, нацик, да? Ага, то есть, смотри, родной, послушай меня внимательно. То есть, если моя бабушка... Секунду. Если моя бабушка жила в Усть...
Если моя бабушка... Да услышьте до конца, ну пожалуйста. Мы же ведем диалог. Если моя бабушка жила в Усть-Илимске, который недалеко от Иркутска, то она кто? Ага, а Иркутск это какая страна? А, похуй, да? Ты что такое Иркутск, знаешь? Рядом с Хабаровским краем. Смотри, Хабаровский край, там где пидорасы живут. Не, смотри, заднеприводный ослоёб, послушай внимательно. Хабаровский край, в котором живут заднеприводные геи, и рядом Усть-Илимск. Так вот, животное, как ты думаешь, в этой яме кто живет? А ну-ка, давай. Я тебя выслушал? Нет, ты не выслушал. Ты меня перебивал. Нет, ты не выслушал, ты перебивал. Не, не интересно. Смотри, я опять тебе выключу звук. Потом... сейчас, подожди секунду. Ой, слушай. Одну секунду, пожалуйста. Читаю для тебя, твоего друга и для меня. Вот для нас троих. Для нас троих читаю. Прямо так ласково сказал. Нацик. Прям хорошо так стало. Это в чате написали. Вот я согласен с этим человеком. Как классно. Да. Слушай меня. Возьми СССР. Так. Ну, историю знаешь? Прикинь, да. Ну вот, возьми СССР. Кто бы ты был бы, если бы не СССР сейчас? В какой момент, если бы не был СССР? В любой, блядь. Я думаю, смотри. Окей. Окей. Если бы не СССР, что бы было бы? Российская империя, если бы не распалась, она... Можно закрыть этому третьему ебло? Да послушай до конца, на секунду, пожалуйста, 20 секунд, вы можете послушать? Вы на первый вопрос хотите услышать ответ? Нет. А нахуй вы его задавали? Мы уже знаем, что будет. Не, не знаете, вы прозрели бы от того, что бы я сказал бы. Что будет, если станет Трамп? Что будет, если Трамп станет президентом? Да, давай. $60 миллиардов, которые обещаны Украине, выделятся как минимум в кредит. А далее Украина начнет ебать вас. Потому что у нее уже есть как минимум дроны, которые летят на 2500-3000 километров. Учитывая все то, куда они... Ну да слушай хотя бы. Учитывая то, куда они сейчас уже залетают, и то, как они ебашат и попадают в точки в российской НПЗ, вот эти все, я не дико вам завидую. Особенно вам, который находится далеко в этом сраном Хабаровском крае. По военной стратегии решаешь. Стой, ты мне ответил на вопрос. Что будет, если Трамп? Еще раз повторяю ответ на свой вопрос. Он выделит Украине 60 миллиардов обещанных, но не вот. А в виде этого самого кредита. Кредита. Он сказал, что кредит он выделяет. Он сказал, что кредит он выделяет в виде чего? Он причем. Смотри, он сказал, что он выделяет Украине деньги в виде кредита. Он? Он, да похуй. Глубоко насрать, как его выплачивать. Вы даже если выиграете, да глубоко насрать. Вас, пидоров, задушить. Все остальное насрать. Ну глубоко насрать, блядь. Ой, а вы не голосовали за Путина? Нет, нет.
Вам еще нет 18? Есть 18. Вы ходили на голосование? Я не голосовал. А почему? Смотри, он не голосовал. Я не голосовал за Путина. Я не голосовал. Не-не-не, подождите. Вы должны были голосовать или не голосовали? Стой. Я голосовал. Он не голосовал. Ты голосовал за Путина? Я не голосовал за Путина. Ты голосовал за другого претендента? Другого. Замечательно. Как ты думаешь, украли твой голос или нет? Не, ну вот, 50 на 50. Как ты думаешь, украли твой голос или нет? О! Кстати, очень замечательно. Как только начинаешь говорить про выборы на России, сразу же становится беда. Просто беда. Так, дорогие мои, я предлагаю сейчас сделать, перерывчик. И немножко позже, если вы не против, сделаем еще раз, еще один стримчик, если получится. Я вас прошу поставить пальчик под стримом, подписаться, поставить лайк, это очень важно. А если вы хотите поддержать канал, милости просим в описании, там есть все ссылки. Не забываем про каналы Амон-Ра, Амон-Ра Резерв, про Хунта Киев, Хунта Киев Резерв. Это наши 4 канала основных. Если хотите поддерживать канал на постоянной основе, милости просим на Patreon. Ссылочки в описании. Давайте, дорогие мои, до новых встреч.